Когда страшная болезнь может перечеркнуть все мечты и планы. Полгода назад у челнинца Ильдара Махмутова обнаружили глиобластому головного мозга. Молодой мужчина, который всегда был активен, вдруг стал вялым, сонным, его стали мучить головные боли. Но врачи говорят, что эта злокачественная опухоль не приговор. Шансы есть, но семье необходимо собрать огромную сумму денег. Сегодня Амире исполнилось 8 лет. Семья отметила ее день рождения в узком, но дружном кругу. Мечта девочки, чтобы папа всегда был рядом. Но такое будет возможно, только если Ильдар Махмутов пройдет лечение в Германии. На это нужно 3,5 миллиона рублей. Неподъемная сумма для молодой семьи, в которой работает только супруга Ильдара. Она – воспитатель в детском саду. Я нашла людей, которые живут 6 лет уже с таким диагнозом. И мне кажется, это возможно. Вот. И я из-за этого не теряю надежды. Сумма просто колоссальная. Родственники, друзья, коллеги помогли собрать более миллиона рублей. Семья также надеется на помощь неравнодушных челнинцев. Ильдар Махмутов решительно настроен бороться с болезнью. Ему есть ради кого жить. Я хочу увидеть, чтобы мои девчушки мои, чтобы нашли своих половинок, таких же красивых, как они сами, и вышли замуж. Как только будет собрана необходимая сумма, Ильдар и Ильнара Махмутовы улетят в Германию на дальнейшее обследование и лечение. Но дорог каждый день. Любая сумма подарит шанс на счастье родителей и их детей. Реквизиты для перечисления средств на ваших экранах. Эльмира Гайнудинова, Ильнар Мустафин, Челны-24.